Привет, дружище, наконец-то выходит Тунец, многие из вас ждали, если ждал, то лепи лайк, там делись видосом, подписывайся, от вашей активности зависит количество видео, выходящих по Тунцу. Что такое Тунец? Ну, это рубрика, в которой я прокачиваю аккаунт без доната с нуля. Ну и тут у нас дел, я вам скажу, накопилось целая куча, хоть и мне и не всегда получалось нормально фармить аккаунт, но тем не менее уже давно должны были выходить видосы, но все как-то руки не доходили. Я думаю, что сегодняшнее наше действие продлится минут 20, чем конкретно заниматься мы будем, я не знаю. Но самое главное, что мы сделаем, это, конечно, вторую эволюцию для хранителя, а дальше уже по мелочам. Может быть, пойдем проходить, к примеру, древние испытания, может, пойдем проходить подземки, может, волны, может, прям уторчимся где-то на складе, потому что сейчас нам склад тоже нужно немножко опустить, у нас есть какие-то тут подарки, все это дело пооткрываем, посмотрим по ресурсам. То есть вариантов дофигища, ребята, короче. Сейчас я немножко освобожу склад, я уже перед видео его освободил, сделаем вторую эволюцию хранителю, может, его там еще как-то прокачаем, и потом уже посмотрим в оставшееся время, чем-то, ребята, позанимаемся, потому что, ну, на Тунце мы сейчас можем и силу качнуть, у нас есть места свободные на складе, у нас есть распечатанные допы, но не прокачанные, можем питомцев качнуть, хотя ресурсов на самом деле очень жалко. Обратите внимание, сила просто вот так вот по щелчку пальца добавилась после обновления. Но давай, перед тем, как сделаем вторую эволюцию хранителя, мы возьмем и почистим склад. Так, заходим сюда. Ваши подарки, легендарная карта, с которой мне ничего полезного не выпадет. Пакет опыта, это можно открыть. Далее, что еще вам хотелось бы рассказать? Я фиг его знает, столько всего хотел обсудить, но как начал видео записывать, сразу все из головы вылетело. Короче, ребят, лепим лайки там, смотрим, поддерживаем, и я тогда в ближайшее время буду выпускать видос уже со второй частью по Тунцу, потому что, ну, дел, откровенно говоря, дофига. Дофига, можем ковыряться, можем творить всякую ерунду, но, опять же, все зависит от вас. Потому что бывает, там, выпускал выпуски, перевыпускал выпуски, и не смотрит никто выпуски. Потому и не перевыпускал выпуски я больше. Вот так вот, ребята. Давай, что у нас там? И, короче, режим хомяка у нас был небольшой на Тунце. Я спокойненько там, когда успевал, фармил, когда успевал, не фармил, но тем не менее ресурсики копились. И что? Хорошо. Так, сейчас. Книжечки тоже замечательно, давай. Окей, это мы открыли. Адская коробка. Ну, не знаю, что там оттуда может сейчас выпасть нам интересного. Хотелось бы ремок побольше, ожив побольше. Ну, допустим, допустим. Дальше. Ну, это у нас лава. Это хорошо. Здесь откроем. Блин, тут, конечно, на этот раз разработчики подкачались с наградами. С наградами этой хероборы. Потому что самоцветов здесь, как в прошлый раз, не нафармишь. И в целом как-то ништячки, конечно, похуже здесь падают. Но, тем не менее, могло и вообще ничего не быть. Потому нам жаловаться смысла нету. Это халявные дополнительные ресурсы. Это очень важно. Если это разработчики будут часто делать, даже вот с такими не очень наградами, это все равно очень классно. Потому что, как бы, вот смотрите, сейчас-то вообще такого нету. Да, вот. Пропала эта херобора. Лучше, как говорится, ласточка в руке или синица в руке, чем журавль в небе. Поправьте меня в комментариях, как правильно эта поговорка звучит. Так. Нормальненько. Ух, наконец-то я сделаю эту вторую эволюцию хранителя. Я столько ждал, столько надеялся. Ну как надеялся, как ждал. Что уже давно мог это сделать. Но всего никак руки не доходили, друзья. Так! Отлично. Ух ты, ёперн. Ух ты, хорошо. Я думаю, что даже мы... Не знаю. Ну, короче, сейчас мы вернемся в алтарь. Я вам расскажу, покажу. Так, это мы тоже откроем.
Посмотрите. Заработал самоцветов с акции, сука. Ой, жестко. Жестко, жестко. Так. Это мы тоже расчехлим. Ну и в принципе там больше расчехлять-то особо нечего. У нас тут даже карты квестиков накопились. Окей, все это херобора. Все это херобора, заходим сюда. У нас 5 миллионов синих кристаллов, это замечательно. Скоро займемся снова прокачкой просвета. И 8 тысяч кулачков. Только. Только 8 тысяч кулачков. Печалька. Ну, значит, заходим на склад, покупаем. Здесь мы пока ничего не покупаем. А, тут мы берем 4 камушка. Окей. И переходим уже в алтарь. Что у нас получается? Короче, начал потихонечку прокачивать Седну. Видите, я ее по уровню веду. А, она у нас в проекте, она очень нужна Томсу. Но когда до нее доберусь, и фиг его знает. Сейчас у нас тут немножко планы снова поменялись. Думал после хранителя заняться Седной. А, но, так как теперь появилась судьба у тыквы, и так как у нас нету больше свитка мастерства, так как нету у меня таланта на тыкве, я думаю, что тыковки нужно прокачать 10 и 10. И пытаться сделать ей 11-ю судьбу. Ну и, соответственно, вторую эволюцию. Пускай таланта не будет, но она будет 11-11 с судьбой. И это будет очень круто, это нам поможет пройти подземелье. То есть после хранителя, я думаю, что сейчас будем упираться в тыкву. Но, блин, конечно, с кулаками беда. Сами видите, какая. И, кстати, интересно, подожди, может быть, я и даже и не смогу 11-е сделать умение. Ага, ну это мы замутили, окей, это все ерунда. Все равно Валентины там никто пользоваться не будет. А, слушай. Я понимаю, что я как бы туда я могу кое-что получить. Ага. Но я, смотри, тут настолько все плохо у меня, что я даже, знаешь, Фрею, вот Фрею, да? Где она тут у меня была? Фрею я как-то умудрился качнуть, если не ошибаюсь. Да где ж ты, тварь такая? Вот, видите, Фрею я умудрился качнуть. Мне повезло, что здесь был стрелок. А, но с тыквой дела у нас обстоят не так хорошо. То есть они вообще никак не обстоят. То есть они вообще не стоят. То есть Махатмы, Ледяной Дьявол, Арктики, Бульдозер. Короче, да. Короче, ребята, облом. Не знаю, как я все это дело буду качать. Это очень грустно. Ну, будем думать. Будем думать, ребят. Может, это отложим. Может быть, будем искать выходы. Я думаю, ну, теоретически, 20 тысяч судьбы не так уж и сложно долбануть. Атлантикора подкачать, Бульдозера подкачать, Ведьму подкачать. Ледяного Дьявола расчехлить. Тоже подкачать. Но, ну, понимаете, на основном аккаунте-то вот так вот, просто по щелчку пальца. А все-таки на Тунце это сложно. На Тунце, ребята, это сложно, и это, конечно, дорого. Но будем пытаться, будем, ребят, стараться. И я думаю, что все будет у нас хорошо. Так, окей. Ладно, забрали мы там судьбу, даже у нас тут немножко сила улучшилась, увеличилась. Давайте сделаем эволюцию хранителю. Напишите, видишь, нету повторок, это значит 60 тысяч кгшек и 217 книжек. Окей, теперь мы, конечно, ему качаем умение. Качнем, я думаю, даже может до 180-го, потому что есть у нас книжки, есть у нас ресурсы. И это очень классно. Так, ну этих тут уже не хватает. 160-й. Просто, понимаете, чтобы там уже перейти к другим героям. Да, это невыгодно. Да, это... У нас тут не донатный аккаунт, но тем не менее. Почему бы и не да? 5 миллионов надо, да? Мы тут даже что-то получаем.
Просто хочется, чтобы уже хранитель сразу что-то как-то там помогал. Мы сейчас немножко золото подфармим. Может быть, у меня и на складе золото есть, надо глянуть. А, и битва гильдии, конечно, со второй эволюцией хранителя нам станет намного легче и доступней. Так. Золото у нас тут, к сожалению, внутри базы. Но я думаю, что ничего страшного. Давай, давай, давайте. Зачищайте, ребятушки. Зачищайте. Молодцы мои. Зачищайте. А мне тут сейчас стримлю параллельно на Твиче. Мне пишут, что для 11 скилла надо где-то 10 тысяч кулаков. Ну, у меня сейчас там появилась новая проблема, и она заключается именно в том, что мне надо прокачивать судьбу. С судьбой у меня там проблемы. Самые большие. О, 5 лямов. Вот так вот. Вот так вот, изи. Усовершенствовать, и все. Дальше уже, конечно, книжки тратить не будем. Но, тем не менее, у нас уже последняя звезда, и будем просто ему уровень добивать всеми остальными способами. Способами. Далее. Кто у нас тут стоит, короче, на таблетке? Ого. Тыква у нас не стоит. Тыква у нас не стоит. Записываем видео мы 11 минут. И даже не знаю, чем займемся. Давайте расчехлим допов. Давайте расчехлим допов и немножко еще прокачаем силу. Расчехлим допов. Это то есть мы одного ниндзика расчехляем. Окей. Мест свободных у нас нету. А в любом случае, еще до тыквы очень далеко. Очень далеко. Потому что ей надо будет десятку качнуть, ей надо будет вторую эволюцию сделать. Сами понимаете, друзья. Это не все так просто. Так, улучшить навык. Получить опыт. Подожди, улучшить навык. Предметы. Мы ему тройку сделаем. Вот так вот. Хопа! И все, 117. 146 тысяч сил у нас. Мы еще, конечно, можем просвет качнуть, но просвет я как-нибудь ему качну, ему уже качну потом. Так, еще один ниндзик, друзья. Еще один ниндзик. Хотя, давайте я не буду этим сейчас заниматься на видео. Вы сами понимаете, что, в принципе, это все изи, короче. Как это происходит? А, просто на следующем видео вы уже увидите результат, сколько у меня будет силы. Ну, думаю, может как-нибудь до 150 тысяч силы, я думаю, догоню. А, так, хранитель у нас есть. Я думаю, что давай все-таки вместо кого-то поставим тыкву. Вот вместо кого поставить тыкву, я не знаю. Поставим тыкву. Древние испытания у нас. 12-е мы так и не прошли. Я, в принципе, после видео, где я пытался эти древние испытания пролететь, я так, короче, ничего не сделал. Можно сейчас прокачать смотрителей. Так, улучшить. Естественно. А, ну, смотри, ресурсы есть, да? 17, улучшить. Сейчас это нам поможет. Может быть, нам и в подземелье это поможет. Может быть, сейчас какие-то подземки быстро пролетим. Хотя время тикает, ребят. У нас уже не остается времени. Может, сегодня реально просто займемся такой прокачкой. А много лайков соберете. Тогда мы пойдем уже в следующем видео тогда в подземелье. В древние испытания. Слушай, смотри. Вот теперь у меня все закончилось. Ну, 20 уровень это хорошо. 148 тысяч силы. Отличненько, замечательно. С почтового ящика мы эту херь забираем. А, так, еще у нас 6 минут, друзья. Еще у нас 6 минут. А, значит, мы заходим сюда, и надо подумать, кого... Вместо кого нам поставить тыкву. Вместо кого нам поставить тыкву. Тыкву можно вместо Купидона, наверное. И тогда у нас получится фракция. Или можем тыкву поставить вместо стрелка, и у нас тоже получится фракция. Вместо ареса тыкву поставить.
Подожди, а кто у нас еще есть? Стрелок, наверное, сейчас. Тоже не самая актуальная вещь. У нас Рина с восьмым бастионом теперь. Можно Рина поиспользовать. Ну давай пока стрелок и вместо Ареса тыкву поставлю. Давай замутим так. Вместо Ары мы поставим тыкву. Ну все, пробуем, ребята. Юнитов мы, конечно, нанимать не будем. А, кошмарное подземелье. Четвертое у нас, как вы видите, пройдено. А с пятым у нас были затупы. Давай посмотрим, что у нас изменилось за все это время. Артефакты убрали. А, добавили фракции. Сейчас мы это все и проверим. Ну и мы, конечно, сделали вторую эволюцию для... Сделали вторую эволюцию для... Для кого? Для хранителя. А, единственное, подожди, я ему умение хотел качнуть. О, все, мы сдулись. Подожди, я же забыл. У нас еще есть 69 тысяч кгшек. А, нам надо девятку сделать. Сейчас замутим. Слушай, или давай уже по полной программе ему десятку сделаем. Ну, десятку-то мы сейчас не сделаем, но будем близки к этому, друзья. Будем близки к этому, потому что это один такой из самых важных для нас будет основных героев. И надо ему долбануть. Что у нас получается? И к десятке мы будем очень близки, друзья. Это прям вообще огонь. Может быть, конечно, мы прямо и на этом видео можем сделать, потому что у нас есть пропуски. У нас 103 пропуска. А! Приколоться, не приколоться. По времени у нас 17 минут. Давай добьем его до конца, короче. Да, детка. Смотри, идем сюда. АЕ волна. Ставим хранителя. Мы его перевели. Так. Хотя, блин. Но опять же, это все не на видео делать, короче. Я его так докачаю, ребятки, уже на стриме. Извиняюсь. Давайте попробуем все-таки подземку пройти. Попробуем все-таки подземку пройти. Купидон у нас остался. Ну а с подземкой на самом деле не везет. Ну, хранитель там не самая необходимая единица, но тем не менее. Давай. Вот так вот. Вот так вот. Я поддержал как мог магии. Но мы упираемся в 20%. Все, сука. Мы упираемся в 20%. Надо играться с магией. Надо играться с магией. Можно, конечно, сейчас, не знаю, Ареса бесполезно брать. Ареса бесполезно брать. Советуют мне фракцию поменять. Ну, давайте посмотрим, что у нас по фракциям. И взять красную фракцию. Красную фракцию мы можем... То есть ворожей тыква остается и кого-то другого заменить. Ну давай, а заменить надо на красного героя. Кто у нас тут красный герой? Арес. Рина. Рина, наверное, не даст тыкве разгоняться. Ну давай попробуем Рина. Он, кстати, у нас с цепелином. Ну-ка, погнали. Теперь у нас красная фракция. Так. Еще раз сделаем вот так вот. Давай танкуем с Рина. Бля, его почти убили. Магии задержать у нас не получилось. Ну, как бы что-то мне красная фракция не особо сейчас помогает. Рина убили, всех убили. Может, Ареса? Ну-ка, подожди. Подожди-ка, подожди. Мы идем без хардкора. Без хардкора, без юнитов. Так, еще раз. Вот так вот. Вот так вот. Нихера Фрей убили.
Это вообще как произошло? Идем дальше. Пока что все очень печально. Не, ну тут, я думаю, уже вина в моих кривых руках, а не в том, что герои плохие. Блядь, вражей уже почти потеряли. Хрен ты магию придержишь, я вам скажу. Ну, тыква разогналась. Ну, что, ребята? 27. 27%. 29. Герои еще живы. Так, тыква почти разогналась. Давай с какого-то, не знаю, другого бока, что ли, зайдем. Ёлки-палки. 20 минут видео уже. 20 минут видео. Блядь, Фрея должна уже там ваншотить всех, по идее. Давай здесь попробуем зайти. Делаем вот так вот. Давай танкуем со стрелка. Магию кинул. Ну, 33%, 34%, пожалуйста. Нет, блядь, они решили сдохнуть, суки. Кто у нас? Фрей осталась. И то ее просто почти добивают. Так. Но это было почти, ребята. Это сложно. Это сложно. Так. Так. Тыковке не хватает таланта. Был бы там сраный берсеркер хотя бы. Ух бы. Мы зажили бы по-другому. Надо кого-то вместо Рина, наверное, ставить. Ну-ка, давай еще раз вот так вот. Вот то, что они разделяются, это плохо. Давай, 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 37, 38. Да! Да, детка. Может, даже на сотку зачистим. И все живы. Да! Да! Отличненько. Замечательно. Ух ты, мы тут даже что-то получаем. Ну, давай-то... Не, ну, видите, все-таки время... Время не терялось, аккаунт как-то качался, и все-таки получилось все это дело пройти. Блин, ну здесь жестко, я вам скажу. Здесь очень жестко. Да, кстати, мне бы хорошо все-таки было юнитов набрать. Потому что так-то... Так-то, блин, тотемы. Тотемы зло. Тут столько стан-башен, что мы даже не разгонимся. Хотя что-то как-то зашевелились. Что-то как-то даже выносим. Ну давай ратушу еще. О, нормально, мы минуснули героев всех почти. Почти минуснули героев на пути. Мы здесь на 100 зачистим. Отлично. Слушай, я думал, что все хуже будет. Я думал, что у нас все будет хуже. На троечку мы ее проходим. Замечательно. Долго, конечно, но проходим. Пишите в комментариях, на каких подземках вы. Отлично. Но мы... Ну ладно, давайте уже видос на 30 минут делать. Что ж тут поделаешь? 24 минуты. Я понимаю, что его никто не посмотрит, но... Погнали. Погнали, ребята. А здесь уже стрелковых башен до хера, и они будут минусовать героев. Так, давай здесь прям в центре. Очень жестко. Очень жестко.
25, да. Короче, ладно, давай юнитов наберем. Давай наберем юнитов хоть чуть-чуть. Просто, блин, ну их так лень, короче. Их так лень нанимать. Но здесь тоже что-то высвечивается. Вроде как-то что-то, что-то можно замутить, ребят. Что-то, что-то как-то замутить-то можно. Может, сегодня на стриме добью, сделаю хранителю десятку. Потом надо будет заниматься тыквой. Очень много КГшек потратить. Реально много. Десятку сделать, это 80 тысяч. Давай, давай, 50%, ребят, набейте и все. И я вам весьма благодарен. Ясно. Здесь дохера героев. Тут Фрейя не успеет их всех вынести. Ратуша, ратуша. О. Сейчас ворожая убьют. Да, ворожая убьют. И Фрейя убьют. 31%. 31%. Видишь, тут даже герои какие-то. Ну, блин, нормально, конечно. Рубим, рубим. Надо ждать удачу. Надо ждать удачу. Я сейчас плохо достаточно магию выпускал. Да, не хватает мне, конечно, немножко вторых эволюций. Так, сейчас вообще магии не купил. Ну-ка, давай еще. Бля, они разделяются, и на всех сразу магию не кинуть. Ратушу бить никто не хочет. О, бульдозер кого-то вынес. Снова мы останавливаемся на 30%. Блять, Атлантикор включился. Падла! Ворожей стрелок. Фрейя. Башни прям жестко рубит, конечно. Башни прям жестко рубят. 32%. Сука. Вот на одной и той же... На одной и той же, короче, отметки на черепе. На черепе предлагают мне зависнуть. Ну, сейчас попробуем зависнуть на черепе. Не помню, пробовал я, не пробовал. Так. Магия куплена. Полетели, ребята. Здесь у нас череп есть. Блядь. Вместо магии. Короче, не то выпустил. Не особо мы там и зависли. Вроде как бы разогнались, но... Слушай, тыква успевает отхиливаться. Тыква еще живет. Тьфу-тьфу, 37, 38, 40. 40%. Нормально, должны затянуть. Ну, чуть-чуть осталось-то, а? Да, 50%. И, может быть, на 3 звезды долбанем. Героев-то почти не осталось. Тыкву, правда, потеряли. Чё, один фараон остался, и мы его долбанули. Ну, тут как бы даже не герои, тут башни могут добить. Все, нормально, нормально. Как говорится, нужно выбрать правильный угол. Не знаю, помог здесь череп этот, не помог. Но прошли, мы доходим, ребят, до конца. Мы, ребят, доходим до конца. И это огонь. Даже на 3 звезды. Ну, хоть видно, понимаешь, немножко прошло времени, больше я эти пятые кошмарки не мучил. Сейчас видно, что, знаешь, есть хоть надежда пройти.
есть хоть надежда все это дело пройти. Раньше-то такого не было. Давай заходим, окей. Ну, здесь надо как-то на 3 звезды, не знаю, получится у нас на этом видео, не получится. Ну, фиг его знает, ребята, фиг его знает. Давай, 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 давай. Тут героев много, башен много, тут всего много. Блять, тыкву убили, значит, все. Значит, капздарики. Хотя... Хотя, смотри, наши живут. Наши... Тьфу-тьфу, живут. Фрей, убирай героев. Блять, все, Рина нету. Рина нету. Смерть уберите. Череп тут. Дракон. Так, так, живите, ребята, живите, пожалуйста. Че у нас? Череп один остался. Черепа ушатали. Ну, а башни, башни... Да, мы справимся, все нормально. Нормально, вообще с первой попытки. Вот, вот я сегодня доволен. Доволен этим видео, ребята. Мы на Тунце продвинулись вперед. Да, и вот эта вот подземка последняя оказалась легче, чем там, не знаю. Чем... предыдущие. Я думал, что будет все намного хуже. Но мы их размотали. Мы их размотали. Мы их размотали. Эх, вот просто вот чтобы сейчас вспомнить. Сейчас с такой халявой проходишь. Вот эти вот кошмарки. А в мое время, когда эти кошмарки добавлялись, как же мы на них мучились. Какие же там хитро жопые тактики были. Там туда-сюда выманиваешь. Там что-то там спамишь. Одно, второе, третье, четвертое, пятое, десятое. Как мы мучились. А сейчас вы просто на это посмотрите. Тут на аккаунте сколько? А, вот сейчас 4 вторых эволюции, да? Из 6 героев уже 4 вторых эволюции, понимаешь? Уже что-то как-то, да, полу... А, блин. Раньше и представить нельзя было, чтобы без эволюции туда пойти, когда это все дело добавили. И поскольку мы теперь можем? По 96. Мы можем уже фармить по 96. Не зря у нас 32-минутное видео. Я не знаю, кто из вас досмотрел это все дело до конца. Тому большущее вот, спасибо. Вы красавчики, пишите в комментариях. Хотя я думаю, что сейчас, наверное, до этого момента никто не досмотрел. Ладно, друзья, короче. Бах, прям хорошее настроение. Мы все это дело прошли. Мы крутые ребята. Всем пока. И спасибо тем, кто переживал и болел за меня.